За свои поступки придется ответить перед законом. Суд Ленинского района Минска приговорил 32-летнего минчанина к 5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима за нападение на сотрудника ОМОНа. 18 октября прошлого года на Партизанском проспекте во время несанкционированного митинга правоохранители пытались задержать активного участника. Он попытался скрыться. Сотрудник ОМОНа погнался за нарушителем. Обвиняемый 2 раза ударил милиционера. Один из ударов пришелся в ногу, в результате чего кость была сломана. Приговором суда Ленинского района города Минска от 27 января 2021 года обвиняемый осужден по пункту 5 части 2 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь к наказанию, предложенному стороной обвинения. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован, опротестован в суд апелляционной инстанции. Также суд назначил выплатить потерпевшему моральную компенсацию. Добавлю, ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.